Всех приветствую! Как мы все знаем, сейчас в России с YouTube возникли сложности. В частности, YouTube от Wi-Fi домашнего не работает. Он работает только с телефона и только на обыкновенном интернете. Я решила свои видео попробовать выложить в Дзен и в Рутюбе. Сейчас посмотрим, насколько у меня это получится. Я записала ролик, и я попробую загрузить. Внизу, вот под этим видео, я закреплю комментарий, где я дам скидки на канал Дзенни, на канал на Рутюбе. Но скажу сразу, Рутюб очень плохо за границей грузится, от слова совсем. Даже на посмотреть. И у него очень-очень много рекламы в роликах. И в Рутюбе, когда я захожу, мне тут же выскакивает месседж: отключите VPN, без него будет лучше. А у меня не VPN, у меня просто заграничный IP-адрес, естественно, который я отключить не могу. И с Рутюбом, я так понимаю, проблема. Но я попробую загрузить и туда, дам скидки, и тогда уже буду выкладывать ролики либо в Дзене, либо в Рутюбе. Я попробую и там, и посмотрим, где у нас лучше получится, чтобы мои ролики были доступны для всех. Все, всем спасибо, пока-пока.